Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. Так, давайте заберем деньги. Так, и если я не ошибаюсь, у нас, ребята, ага, ежедневное задание казначей мы выполнили. И тренировку у нас здесь, ага, заканчивает Константа Рамос. Но немножко ей не хватило, конечно, до 12 уровня. Это ничего, ребята, страшного, мы еще с вами успеем все это сделать. Так, смотрите, у нас в магазине. Неужели опять откатились кубы? Сейчас посмотрим. Так, подборка, да? Куб. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Может быть, какой-нибудь редкий персонаж? А ну-ка, ну, дрова. Понятно, ничего хорошего, ребят, к сожалению. Ну, ничего. Все равно это было бесплатно, на халяву. Зато вон, как видите, ежедневные задания мы с вами выполняем. И смотрим здесь. Так, вот это я куплю. Поверьте мне, это нам нужно, материал. Также нам нужны будут кодексы обучения. Их желательно много нужно. Так, ну а здесь я не буду тратить. Хотя, да ну, 3 ДНК за 165 хеликса, оно того не стоит, поверьте мне. Поэтому оставляем все как есть. Так, давайте вот в задачах еще заберем реварды. Воу, сколько мы тут с вами сразу же слету сделали. Так, у нас уровень-то растет, ребята. 12 уровень базы как-никак. Еще чуть-чуть, и все будет на мази. Так, сколько тут еще заданий нам нужно сделать? Раз, два, три, четыре, пять. Пять заданий, да? И тогда мы с вами получим самый главный реварт. Ну, как я могу видеть, у нас, по-моему, событие закончилось или нет? Да нет, еще не закончилось. Хо-хоу. Ну что же, тогда мы с вами продолжим, да? Здесь у нас одна звезда. Мы не смогли пройти. Нужно 430 мощей. Ну-ка, давайте-ка выбирать. 430, да, значит, нужно. Как раз вот эта вот компания подходит. Идеально, я бы даже сказал. Ну что же, поехали. Я, правда, вот насчет ассасиночки не очень уверен. Она у меня слабенькая, по-моему, ребят, к сожалению. А вот насчет Агилара и Тарика вполне очень даже уверен. Смотрим, кто здесь у нас. Афинский фалангит. Кто же будет с ними разбираться? Оу-оу, сколько их здесь, ёлки-ты-палки. И мне здесь не получится, да, втихаря никак. Ну что же, Тарик, наверное, придется все-таки разбираться тебе здесь. Поехали. Ага, давай. Ай-яй-яй, не получилось. Что ж вы так больно бьете-то? Воу, третий прискакал. Кузнечик, блин. Отлично. Слушайте, ну мы здесь разрулим, по-моему. Мне кажется, все у нас тут получится. Ну еще удар. Есть. Здоровья маловато, конечно. Опс. Ага, а здесь тогда что получается? Агилара, ё-моё, афинский экдром какой-то. 12 уровень, очень сложно. И как же мне тогда тут быть? Слушайте, мы можем с вами что сделать? Ну, соответственно, похилять, конечно же. Так, он же еще может мавританскую стойку взять. Ну, наверное, нам придется все-таки... Так, выберите член отряда. Вот сюда мы сделаем. Во, проворство и крит мы с вами увеличили. Поэтому давайте убирать этого хламона. Так. Шикарно. Должны подбить. Вот тот меня смущает, ребят, который впереди там будет стоять. Он сильный. И вот сможем ли мы его одолеть? Вот меня что интересует. Стоит он там, довольный. Блин. А ну-ка. Еще. Ага, у... Оу, щет. Ты смотри, сколько он здоровья отнял с удара. Да ладно, что, дальше такие вот упыри у нас пойдут? Угу. Именно. Именно такие упыри у нас и пойдут. Хм. Хорошо, этих двух я уберу. В скрытом убийстве. Минус. Здесь нам придется упасть, к сожалению. Мы не справимся с ним. Не справимся, ребята. Ой, упадем сейчас. Ой, упадем, ребята, или нет? Упадем. Черт тебя подери.
Ну давай, Тарик, вся надежда на тебя. Вся надежда только на тебя. Нормуль. Так, а тут-то у нас что? Ёпрсоте. Изабель здесь не получится пройти ей. Она слишком слаба, ребят. И Тарик, я боюсь, тоже здесь не справится с полководцем Фадеем. Ой, у нас выбора нету. У нас с вами нету выбора, к сожалению, ребят. Так, одного минусовали. А тут получится так же быстро и легко, блин. Нифига не получается, есть. Черт бы его побрал, ты посмотри, какой он. Это копьеносец, ребята. А ну-ка, есть. Вот это ты хорошо, Тарик, ему сейчас вдарил. А может быть, получится у нас его победить, а? У него, ребята, инициатива. Есть! Грязные наемники, вы не получите награду за мое убийство. Жить вам осталось недолго, говорит полководец Фадей. Когда сюда прибудет Аэций со своим войском, у ваших спартанских хозяев не будет никаких шансов. За меня отомстят, пощады не ждите. Тыч, и упал. Намертво. Вот так вот, ребята. Мы все-таки с вами одолели этот уровень. Правда, на 2 звезды, да? Угу. Ну, все-таки. Так. Ух ты, книжечка нам досталась. Так, ну что же, давайте тогда посмотрим, что дальше будет. Впустят нас, не впустят на следующую миссию. Но если здесь было так сложно, то дальше я даже боюсь представить, что будет у нас. Следующее, как мы видим, уровень 12, 430 мощей. Нет, это уже было у нас, да? Вот это вот получается у нас. Сколько? 440 нужно мощей, ребята, здесь. Так, 440. Это уже глава 4, да, типа? Ну, давайте посмотрим, найдутся ли у меня такие ребята, у которых будет столько мощей. Вот эта команда вполне... очень даже зайдет. Единственное, что нужно сделать, это их восстановить. Ну, я имею в виду в плане здоровья. Низкое УЗ. Это понятное дело, что низкое УЗ. Опс, сразу же лечим. Полностью восстановили. И Тарик у нас тоже будет. Давай вот это вот потратим снадобье. Зачем мы самое такое мощное будем тратить, да? Ну что же, 456, 519 и 456 мощей. А подожди, ах, ребята, у нас-то вон кто нужен, ёлки-ты-палки. А вот здесь я уже боюсь, нет таких ребят у меня. Да? Почему? Есть. Марио подходит у нас. Ну-ка, уберем мы с вами, наверное, Матео и возьмем Марио. Слушайте, конечно, хотелось бы лучше Андреа, наверное. А, у нее... 353 мощей, маловато будет. Не прокатит такой вариант. Ну что же, подтверждаем. Это будет сейчас, наверное, такая жесть. Фух, поехали. Начнем уже. Легион смерти никогда не пасует, верно? Верно, ребят. Так, вот мы начинаем отсюда с вами. Афинский Псилос. Что за такие... рода войск, я даже не знаю, ребята, афинские псилос там еще, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это жесть, нет, ну в принципе тут не так уж долго бежать нам, да, но в общем все это надо будет делать нам. Так, Тарик, я думаю, что здесь придется тебе повоевать, причем напрямую, блин. Поехали. Блин, опять у нас потеря инициативы идет. Сразу же, как вот он ударяет, у нас потеря инициативы, это мне не нравится. О, и скорость оружия меньше стала у него на 20%. Так, дайте-ка я стойку сделаю мавританскую. Погоди-ка, а что это такое мне показывается наверх? Что наверх-то? Странно, непонятно, что вот это такое. Это, видимо, все, что на мне сейчас активно, да? Ладушки, давай попробуем вначале вот так вот. Так, и вот так вот сделаем. Е, круто. Так, хорош, вот руки себе распускать. Вот халдея есть. Блин, опять этот, а, с дубиной. Очень сложно, ребята, очень сложно тут написано.
А, мы же можем его сейчас ликвидировать. А ну-ка, Агилар, давай, родной. Сможем подбить его или нет? Круто. Вот оно, преимущество, ребята, скрытного убийства. Красавчик. Давай здесь прячемся, потому что... Ну, нафиг с ними драться. Вот сейчас было вообще великолепно. Так, смотрим, ребята, 78%. Слушайте, а мне же с этим придется драться. Этот услышит и прибежит. Ну, лучше так сделать, мне кажется, ребят. Ну, и что за... У меня не осталось, блин, ребята. Я лопухнулся. У меня не осталось очков убийств. Ты представляешь, мне придется сейчас с ними драться. Вот это я лопухнулся. Вот это я чуданул. Сейчас меня здесь распишут, по-моему. Одного такой и как, ребят, победил. Вот жалко, знаете, что здесь нету? Чтобы можно было смениться во время боя. Ну, вижу я, например, что у меня мало ОЗ, да? Хоп, нажал на кнопочку и подмена. Быстрая. Ну вот как вот мне с ним? Вот как вот с ним мне драться? Вот скажите, на милость. Скрытого убийства нет. Я-то рассчитывал убить их втихушку, блин. Но, как видите, не получилось, ниша. Ну-ка, Марио, отомсти нафиг. Этому чепушили. Е, просто закололи его нафиг. Все, да? Да, ребята. Оставалось-то всего лишь немножко, да? И было бы вообще четко все. Ну ладно, зарабатываем 2 звезды. А дальше, я думаю, мощей еще больше нужно будет, чтобы нас допустили. Сейчас мы в этом с вами попробуем убедиться. Так, вы смотрите, награда 5000. 14 уровень, сколько мощей нужно? 450. Это последний у нас уровень до 5 главы. А тут их всего 5, ребята, 5 глав. Ой, ну что же, посмотрим тогда с вами, пожалуй, да? Поехали. Кто здесь нужен? Такой и такой, это хорошо, ребята. Значит, здесь мы возьмем с вами Тарика. А из ассасинов мы возьмем... Матео, наверное, возьмем. И Марио, да? Или лучше нам Константу взять? Наверное, все-таки взять надо Матео, потому что у него... И мощей больше, ну и, соответственно, здоровье. А нет, здоровье чуть-чуть меньше. Но, понимаете, зато он скрытник. У нас есть, да, если что, прямая атака. Вот у нас пойдет Тарик. А этими, если что, мы будем с вами прикрывать. Так, сюда и... Давай Марио возьмем, да, наверное? А, Марио не подходит, 443, а нужно сколько? 450, да? Погоди-ка, а я что, тогда взять никого не смогу? Агилара есть только. Ну, Агилара нужно, ребята, восстановить здоровье ему. Эх, сейчас, секунду, сейчас мы это все дело провернем с вами. Так, Агилар, давай. Вот почему надо постоянно выходить? Неужели нельзя вот так вот как-то ему... Да-да-да, конечно, к событию. К событию. Фрагмент ДНК. Или можно же там как-то сделать, ребят? По-моему, можно. Давай так, так и вот так. Нет, не то мы делаем. Тарика. Подтвердить. Вот здесь же вроде бы, да? Вот здесь вот можно же лечить. Че я глупостью-то занимаюсь? Лечение. Начать. Погнали. Ох, ребята, сейчас будет жесткач. Чувствую я. А потом на 5 главу надо будет нам прыгать с вами. Ага, вот отсюда мы начинаем. Ну, согласитесь, красиво, да? Так, смотрим, кто у нас здесь. Опять этот, блин, эфийский эгдром. Ага, мы можем, знаете, что, ребят, с вами делать? Скрытое убийство. Правда, здесь вот маленький шанс, а вот здесь вот большой. А тут если возьмем... Блин, я даже не знаю.
Я попытаюсь. Я попытаюсь, ребята. Посмотрим, прокатит. Ать! Нет, к сожалению. И прибежали они оба. Вот это вот хреново для меня. Очень хреново, ребята. Да чтоб тебе так. Ну так лопухнуться. Сейчас ударит и все, и мне хана, да, будет, ребят? Ну да, считай, что все, он меня подбил здесь. Давай, Тарик, выходи. С ним только ты можешь тут совладать своими ударами мощными, да, отлично. Что ты тут стоишь? Иди сюда. Будем тебя сейчас бомбить. Было, в принципе, неплохо сделано, но не подбили. Так, а здесь у нас что за варианты? Мы можем пойти либо здесь, либо наверху. Если я, предположим, возьму вот так вот. 67%. Я рискну, ребят. 67%. Больше 50, по крайней мере. Есть! Сработало. Отлично. И уничтожаем этого. Круто. Так, 81%. Черт тебя подери. Слушай, а это что? Это же сундук у нас. Нам нужен этот сундучок, ребята. Очень сложно. Блин. Очень сложно. Может быть, не стоит заморачиваться, а, ребят? Сундук с сундуком. Если что, потом попробуем пройти. Давай-ка вот здесь начнем. Сколько? 81%, да? Ну, естественно, мы будем вот здесь, втихаря делать. Есть! А с этим получится? Круто! А, еще дальше идти надо? Угу. Ну, погнали. Спускаемся. Опять очки кончились, елки ты палки. Да что ж такое-то? Сможем подбить его, интересно, ребят? Как думаете? Я думаю, должны. Блин, ты посмотри, какой жирный, а? Ах, у нас еще это и не все. Блин. А у меня убийцы нету больше, к сожалению. Эх, Тарик, Тарик, придется нам с тобой как-то здесь разбираться напрямую, блин. Пум, с удара просто, ребят, вы видели? А ну-ка. Отлично. Слушай, ну это тоже бомбит нехило. Вот так вот. Прошли? Нет, еще что-то тут, а. Блин, Матео, ну у нас же нет с тобой очков, а. Что же мы будем делать-то? Нет очков, ребята, видите? А справиться мы вряд ли с ним сможем. А тут, в принципе-то, уже немножко... Знаете, кого надо было сюда брать нам? Лекаря. Хоть какого-нибудь, ё-моё, лекаря. Хоть даже самого захудалого. Чтоб мы с вами могли просто здесь восстанавливать здоровье. Ну как вот тут можно справиться? Я не знаю, ребят. Сейчас, по-моему, захлобучит он нас. Ну мы-то его, конечно, подобьем, а толку-то? Верхний нас потом добьет. Верхний нас вот этот вот добью. Он один, последний остался, ребят. Кто его знает? А вдруг у нас получится, не? Как думаете? Так, а если вот так вот сделаем? Ух ты, хорошо как. А ну-ка давай попробуем, Тарик. Не сдаемся. Есть! Ой, освободили. Мы с вами заложников. Ну, я вам скажу, было очень и очень сложно. Да, очки убийства у нас очень быстро заканчиваются, не хватает. А вы сами видели, какие тут длинные уже уровни стали. Уже не просто так побегал и все. Тут уже надо думать. Так, книжечку 800 медаков получили. Так, ну что ж, давайте переходить с вами в пятую главу, наверное, да? Так, у нас... А, так мы уже в пятой главе, че я? Все, ребята, смотрим, что у нас здесь. Сколько нужно? 460 мощей. Хорошо. Давай посмотрим по рейтингу. Уровень братства 10-14. На каком я месте, ребят? На 41-м. На 41-м. А как интересно вот эти вот, смотрите, ребят, да? А, это может быть, когда событие закончится, да? Каждый получит реворд. Вот, например, у меня в данный момент вот такой вот сейчас. Потому что ранг от 40...
1 до 50. Вот это вот полагается. Слушайте, ну я скажу, это круто, если так будет. Да, потому что это ранг 8. Тут вот видите, ранг 9. То есть тут меньше, 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 а тут... Вау, а на первом ранге вы посмотрите. Это ж офигеть. Это что такое? 5 штук мечей или 5 уровня меч? А нет, 5 мечей, ребята, получит первый ранг, который вот выиграет. Он получит 5 мечей, он получит 40 этих ДНК, то есть он откроет вот этих вот героев. Плюс 4 копья получит, 2 сумки и 100 книжек, а это кодексы на обучение, я больше чем уверен. Блин, я офигею. И тут уже, наверное, кто-то есть, ведь я так понимаю, да? Ну, конечно, есть. Ну что же, мы будем пытаться, стараться. У нас сколько это событие идет, интересно, по времени? Не знаю, не помню. Так, а по прогрессу что такое здесь? Прогресс. Ах, мы же можем забрать 2 ДНК. Давай заберем. О, еще и здесь. Отлично. Так, если мы с вами наберем 50 тысяч вот этих вот чешуек, то мы с вами заберем деньги и 3 куба. Ох, ядрен батон. Ну что, будем стараться как-то, я не знаю, ну будет жестко, ребята. Очень и очень жестко. Кстати, вот эти чешуйки, их можно накапливать. Между прочим, да. Смотрите, если я буду проходить предыдущие уровни, то я смогу очень быстро накапливать себе прогресс. Кстати, надо будет этим делом заняться. А почему бы нет? Почему я должен терять вот эти вот карты, оружие, деньги? Тут очень много всяких вкусностей. Поэтому уж вы извините, ребята. Это я сейчас вот пройду, докуда смогу, а уже за кадром я немножечко там пофармлю. Так, текущие награды. Это вот у меня 12 ДНК. То есть, чтобы открыть любого персонажа первого уровня, нужно 15. Мне это не устраивает, надо дальше продолжать. Верно? Верно. Поэтому мы и будем с вами стараться. Фух. Так, давай выбирать сейчас надо нам серьезных ребят. Ой, ёпрсты, нам нужно 2 силовика, а у меня таких, по-моему, и нету, да? У меня только Тарик. А, нет. Блин, нифига, сколько там, 450? Или 460 нужно мощей? 460, у меня никто, ребята, не подходит под эти параметры. А, это значит, что мне нужно качать, значит, кого? Тарика. Это ему нужно поднять один уровень, ребята. Да, как раз, если уровень ему подниму, он будет 460-м. И получается, что мне нужно еще прокачать будет, наверное, Матео, скорее всего. Почему-то я склоняюсь именно к Матео, хотя... Мощь у Андреа, ну, маленькая. Слушайте, а может быть она у меня не одета? Почему у нее такая маленькая мощь? Я не могу понять. Ну-ка, давай снаряжение глянем. Так естественно, ребята, елки-палки, у нее ничего нету. Значит, я буду Андреа Корте скачать. И получается тогда Тарика. Ну, а там уже любого можно выбрать. Я, в принципе, могу взять даже Агилара или Матео. Матео, кстати, тоже нужно подраскачать. Все, понятно. Ладно, ребятули, на этом мы с вами тогда закончим эту серию. Я пойду, как говорится, их тренировать, раскачивать. И, надеюсь, к вечерней, обедней мы с вами увидимся. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.